Завтра страну накроет прохладная воздушная масса. Будет облачно, иногда покажется солнце. Дождей не ожидается. Ночью и утром сгустится слабый туман. Умеренный ветер будет то и дело менять направление. 14 августа в Бобруйске выдало самым холодным в 78 году. Тогда столбик термометра опустился до плюс 5 градусов. Самым жарким этот день был ровно 10 лет назад. Тогда воздух прогрелся до плюс 36. Сильные дожди вызвали наводнения и оползни в штате Веракрус на востоке Мексики. Сообщается о 3 погибших в результате оползни в муниципалитете Филомена Мата. Повреждено более 1700 зданий. Пришлось эвакуировать 200 человек. Катаклизм разрушил мосты, затопило дороги. Многие населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира. В небе над Великобританией за ночь было зарегистрировано около 50 тысяч разрядов молний. Ненастная погода привела к отключениям электроэнергии. В северном Уэльсе прошел град размером с мяч для гольфа. Многочасовые дожди затопили улицы. В некоторых случаях понадобилась помощь пожарных. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, к вечеру подует с юго-востока. Днем столбик термометра покажет плюс 21. Ночью похолодает до 12 выше 0. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск 360.